Это Александр Вагин. Александр, скажите, в обсуждении какого вопроса вы сегодня принимали участие? Добрый день. Ну, сегодня мы совместно с директором по маркетингу Ашан Россия выступали с докладом, посвященному силе бренда. То есть у нас был совместный проект. Это разработка STM, но по всем классическим правилам разработки бренда. С системой аналитики, позиционирования, пониманием УТП продукта и ярким креативным дизайном. Как результат, мы получили фантастические показатели, то есть это рост продажи по категории в 3 раза. В 2 раза этот продукт обошел лидеров рынка, и фактически это 100 миллионов единиц за сезон было продано продуктов. Это так сильно сказывается дизайн? Я думаю, это успех комплексной работы, то есть мы работали совместно с Ашан. Мы проводили совместные исследования, мы вместе обсуждали возможные решения, и я думаю, что это такой общий успех большой работы. Скажите, как вам организация выставки в целом World Food 2019? Мне очень понравилась подготовка мероприятия, то есть все было сделано заранее, никаких заминок. Очень адекватная и слушающая аудитория, интересующаяся, потом подошли, задали очень много вопросов. То есть, в принципе, мы довольны. Спасибо огромное.